Да, всем привет, ребята. Давно не было камбэков, и у нас немножко другой камбэк. Смысл в том, что нужно делать три хода подряд именно той фигурой, которой... Который называет Кирилл Широков. Да. В данном случае это пешки. Да, сначала Никита делает три хода пешками. Потом, чтобы он почувствовал, что нужно ходить пешками на две вперед, а не на одну, он будет ходить слонами. Слонами это эпично. Так, три хода слонами, повторяюсь, слонами. Да, и исключение из правил это только то, что нам дают какой-то шах или мат в один ход. Так, Дальше. три хода слонами. Слонами это лучше, что... Ну, пока нормально. Вполне, по-моему. Слоном. Все защитили на d6 грамотно. Так, три хода конями. Да, на d6 упало чуть-чуть. Ничего страшного. Согласен. Да. Но ты нарушил. Почему? Конем? До этого, слоном. Ну, у меня не было выбора. Да, и теперь три хода ферзем. Просто. Раз. Куда вот его ставить потом? Ну ладно, ход конем, видимо, вынужденный. По-моему, такой ужасной позиции у нас давно не было. Да что плохого-то? Ферзем опять? Да, конечно. Меняем. Он не поменяет. О, ты избавился от этой привилегии ходить третий раз. Да. Если это привилегия, конечно. Так. Кем? Королем. Три раза подряд? Да. Отлично. Видишь, соперник медлит. Так, придется так, иначе нас пробьют. А потом можно продолжать. Ну, пешки у него, конечно, такие необъятные. Кем? Ладьей? Ладьей, да. Пора ладью на b8 ставить. Это будет плохо, я чувствую. Мы все без пешки, да? А, да. А следующий ход ладьей твой какой? Да. Все так запланировано было. Да, ну мы, по-моему, держим оборону, я. Играем на победу, тут разве ничего? Так. Ну, королем пора. Пора королем, да. Можно было пешками, конечно. Королем. Королем. И теперь пешками. Так хорошо королем. Нужно пешками. Почему ты не хочешь выбить чернопола? Если он сейчас строится, то мы отдадим все. Королем. Да, у него там будет d7, по-моему, промежуток. Ну да, но там можно держаться, кстати. Пешками. О, конем. Теперь конем. Да. Много ходов конем. Нет, немного. Меня бесит твои часы, если честно. Конем. Так это не страшно, да? Идем. Надо коня привезти. О, конем. Какая клеточка. Выбирай конем. Так, все, пора выигрывать. У нее 27 секунд, он загнется сам. О, все. Пошло. По-моему, он все зевнул этим ходом, нет? Нет, пытается соскочить. Так, что у нас получилось? Равный эндшпиль? Да. Сейчас покажем. Торжество, переход. Ну, я ничего сделаю.
О, можно же бить. Наши быстрее дойдет. Да никто никуда не пойдет. Ну и тут технически выигранная позиция. Вообще-то нет. Технически срубленная позиция. Техника заключается в рубке флага. Пойди же опять. Нет, так не будет. Но все равно ты добился своего коня на f4, а на f5. Цугцванг загонять. Каким образом? Еще мне кажется, это выигранная позиция у черных. Угу. Объективно. Давай, доказывай. Так, мы идем туда короля. По белым полям. Он никак не может попасть к нашим пешечкам. Да, в этом весь смысл. Таких эндшпилей или эндшпилей. Весь смысл таких эндшпилей, потому что надо съесть слона, когда отдают. Да, но здесь нужно сдаться. Ну такой насыщенный камбэк получился. Ну так технично все, посмотри. Сильно. Да, там ферзь на h1 подключается. Ты все посчитал? Да. Шах. Это мат одновременно. А, ход передать. И вот он мат. Победа. Ну, неплохой камбэк, кстати. Да, надо было слона, кстати. Мы превратили в слона. Симпатично. Так и было.